Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами канал Мультифиши, я Максим Балаев. Сегодня у нас на обзоре очередные мочевки от компании Colmic. От итальянской компании Colmic. Сегодня у нас топовый матч. Это спортивная серия Kira M1 от компании Colmic, повторюсь. Еще раз, значит, удилища выпускаются в длинах 420 и 450 сантиметров с тестом 25 грамм. В общем-то, одна из самых востребованных мочевок из Колмика, то есть идеальное сочетание цены, спортивности и качества. То есть палочка очень легкая, очень звонкая, то есть я вот сейчас держу даже комель, у меня ощущение, что вот кроме рукояти здесь ничего нет. Вот это вообще как перышки, то есть как спички подымаю. То есть ощущение даже страшно, честно говоря. Но тем не менее, хоть она и спортивная, выполнена из, в общем-то, недешевого далеко карбона. По этикетке мы видим, что она поставляется в Италию и Англию. То есть, в общем-то, мочевочка серьезная. Здесь на бланке написано, что контроль Colmic. Ну, типа жесткий контроль от Колмика по производству. Значит, дальше что? Форегрип верхний, так как удилище спортивное, интеллигентное, относительно деликатное, то, соответственно, в общем-то, верхний форегрип здесь подходит. Нижнюю гайку не стали делать. Вот обои, вот это вот не пробочка, а обои очень приятные, они дорогие. То есть они надежнейшие и очень и дорогие. Я просто знаю их, знаю, сколько они стоят на заводе, я сам их заказываю. Катушка-держатель, в общем-то, простой. Не могу сказать, что что-то там супер-пупер, но, в общем-то, это и не надо здесь. Надежный, простой катушка-держатель. Вот я люблю вот так вот откручивать, да, и смотреть качество изготовления. Вот здесь все идеально. То есть идеальная вклейка бланка в катушка-держатель, в гильзу саму, да. Ничего здесь не подтекает, дырок нет, все очень залачено и очень приятно сделано. Кольца по посадке достаточно высокие. То есть это специально сделано для того, чтобы леска не прилипала к бранку, раз, чтобы был сход тонкой лески, да, и вообще любой лески, потому что бывает так, что более толстая леска, она улетает хорошо и не приклеивается к бланку, а нежнейшая тоненькая лесочка, когда на основу ставите, да, она чуть-чуть подмокла, там бланк подмок, да, и она начинает прилипать. Ну, соответственно, вот здесь такого не будет, то есть это подстраховались. Точность также и дальность, конечно же, полета. Лишний раз, когда вы будете забрасывать ваглер, слайдер, то леска не будет касаться бланка, и, соответственно, у вас полет будет дальше. В общем, весь акцент этих моделек на свою спортивность. Вот такой вот рабр материал в торце. Приятный тоже такой дизайн. Немножечко здесь эва как раз в месте, где мы втыкаем там в рогатину или в держак, или в стакан, если мы с платформы, с ящика ловим. То есть здесь как раз эва, чтобы не царапать пробку, ну, приятно сделано. Рукоять такая форма здесь приплюс срезана, такой дизайн очень приятный. В руках она лежит хорошо, то есть я ее ловил. Я, кстати говоря, когда тестировал другие еще мочевки, да, я специально на карповый платник поехал, и вот на нее тоже ловил, да, карпа. То есть я вот признаюсь, я мелкую рыбу даже на нее не ловил. Я ловил сразу карпа. И даже карпика она вытаскивает. То есть я на нее ловил там где-то кило 800, кило 600, 900 грамм. Вот такой карпик. Но это не значит, что на нее так можно ловить. То есть она у меня сдюжила, никаких проблем не было. Даже я иногда форсированно вываживал. Ну, естественно, рыбку в подсачник и так далее. Поэтому если вы рыболов грамотный, и, в общем-то, либо вы в основном ловите бель, белую рыбу, не крупную, там, ну, условно, там, до 2 килограмм,
лещ, плотва, подлещик и так далее. У вас там, допустим, из 10 выездов один на карпа будет или на форель с бомбардой. Совершенно спокойно можно ее использовать, но, естественно, аккуратно. Это не то, что я гарантирую, что она не сломается. Нет, если вы умелый рыболов, без проблем. Тест 25 грамм, бомбарда. Я, например, даже для дальних забросов под форель не применяю бомбарду больше 30 грамм. Поэтому, как правило, 15-25 грамм. Вот, без всяких проблем она бросит. Форельки у нас там бешено крупных на платьях не бывает, поэтому можно использовать под форель, под карпа для дальний заброс. Также, кстати говоря, по поводу колец и бросковости самого бланка, мне очень нравится эта серия. Почему? Потому что многие мочевки начинают, вот тест, допустим, указан, там 25 грамм. Я беру ваглер, допустим, да, с распределенной нагрузкой на леске, для ближнего боя, что называется, да, забрасывают, ну, допустим, там, условно, там, 6-8 грамм, когда ветровое течение какое-то идет, еще ж какое-то, и она не бросает. То есть я бросаю только хлыст, а сама мочевка не бросает. Поэтому вот так же, как и в фидерах, и в баллонках, здесь есть такой вот нюанс, что бланк, диапазон раскрытия бланка, да, диапазон, в каких весах бланк начинает работать. Бывает так, что тест указан, допустим, ну, условно, там, я вот просто к примеру, как возьму там тест фидерный, там, условно, там 130 грамм, допустим, да, и 90, до 90 грамм фидер не бросает. То есть вы бросаете как веслом. У вас в руках как будто жесткая палка с гнущимся еле-еле концом там за счет квертипа. И вы бросаете, свою силу вкладываете. Чтобы она раскрылась, начала загружаться и отдавала уже энергию, да, в заброс, вы, соответственно, должны ее прогрузить. Вот здесь то же самое. Но здесь вот эта вот моделька, она прогружается фактически от веса примерно 5 грамм. То есть 5 грамм до 25 грамм совершенно спокойно. Почему? Вот поэтому мне она и нравится, что я ее можно использовать как со слайдерами, допустим, для дальнего заброса, для, чтобы в ветер, чтобы пробить ветер, да, там с поплавком, с нижней, с собственной огрузкой, так и как ваглеры, да, для ловли, допустим, на стоячем водоеме к того же карпа, где заброс близкий, где нужно максимально деликатный и легкий поплавочек поставить, да, не перегружать снасть и так далее, тоненькую леску относительно. То есть, когда там днем все уходят, рыболовы, да, а у вас начинается клев, потому что вы просто перешли на более тонкие поводки. То есть, вот эта удочка, она мне нравится именно тем, что она позволяет это все делать. Вот Кира М1, я у Коломика такого не встречал, например. Этих моделек раньше, вот, которые вот именно в таком недорогом сегменте, относительно бюджетном сегменте, и который удовлетворяет вот прям широкий диапазон, широкий спектр применимости. Ну, разговорился, давайте померяем сейчас транспортную длину обоих. Ну вот 400 у нас 20, 145 и 450, 155. Диаметр бланка 420, диаметр бланка 14,5 и 450 15,5. Так, рукоять, ну не знаю, здесь такая рукоять форма срезана, здесь она чуть больше, чуть вытянутая. Ну давайте я вот диаметр померю, наверное, вот, вот здесь, где она ровная. Ну, круг я имею в виду, окружность полная. Значит, 25. Ну, соответственно, у этой, у 450-й тоже 25. Ну и как бы и вес, и, конечно же, вес. Сейчас попытаемся правильно распределить на весах. Потому что показатели каталожные — это одно, и очень часто они неправдивые. Грамм. Это 420. 450 умеем, взвешиваем. 251 грамм.
Так, давайте разложим, нагрузим, посмотрим строй. Ну вот, господа, разложили мы наше удилище. Ну вот, смотрите, первый вариант, это 420-я Kira M1 от компании Colmic. Вот, смотрите, очень грамотно распределены колечки. Все верно посажено на бланке. Расстояние от бланка и высота колец, я имею в виду, идеально. Вот такой посылистый строй. Видите, она и упругая в серединке, видите, и упругая. И в то же время верхушка посылистая, но она не совсем там прям вот совсем не лапша. Вот именно за счет такого строя она и работает с поплавками от 5 грамм и дальше. А вот эта упругость середины, она позволит вам вывести уже форельку на бомбарду, либо забросить бомбарду, да, если, ну, естественно, аккуратно. Это вот моя рекомендация, аккуратно. Это не рекомендация производителя, все-таки палочки спортивные. Давайте нагрузим, да, Константин Михайлович посмотрит, поспросим. Так, вот, даем, смотрите, я вот прям руку даже в камеру свою, чтобы полностью весь бланк был виден. Вот я тяну достаточно жестко вверх, видите, вот даже рука чуть-чуть дрожит, то есть видите, какой запас хороший у нее, хоть это спортивная палка. За счет чего такой запас? За счет того, что тот, кто ее конструировал, он достаточно умный был человек и понимал то, что он делает. То есть именно за счет того, что удочка распределяет правильно нагрузку на последующее колено. Если бы этого не было, у нас бы сейчас она хлопнулась. То есть был бы быстрее строй. Значит, ну вот 450-ю я уже взял, пока рассказывал про 420-ю. Ну, по строю, видите, то же самое. Но она нужна, 420-я, с моей точки зрения, она более собрана. Поэтому 450-ю берите только тогда, если у вас там, грубо говоря, заброс 40 метров, 35-40 метров, до 50 даже бывает метров бомбарды. Поэтому только в этой ситуации. А так 420-я, милое дело, очень приятная палочка. Ну вот 450-я такая, нагружаем. Также вот вверх я ее тащу со всей, что называется, переднюю ногу даже отставил. Видите, какая нагрузка хорошая бланка. Вот она распределяет прям идеально. То есть сломать ее только если прям совсем постараться. Хоть это и дорогой карбон, и удочка действительно классом очень хорошая. Мочевочка. Господа, ну вот вы убедились в качестве, да, этих палок. Прекраснейшее удилище. Очень мне нравится. Сухие бланки, очень сенсорные, очень информативные, легкие. В руках лежат просто как пушинка. Но вот даже чехол по моей методике, я не люблю деньги, так как разработчик, да, я знаю, сколько что стоит, и я не хочу. Хотя, наверное, для многих это не согласятся и скажут маркетинг там и так далее, да, что нужна обертка, нужен фантик, да, а я вот не хочу вкладывать деньги в фантик, я рассчитываю на то, что у нас народ интеллектуальный, не покупается на яркие вороньи побрякушки и фантики. И действительно экономлю на том, чем можно экономить. На тех же чехлах, которые, в общем-то, не ловят. Но зато я эти деньги вложу в те же колечки, поставлю получше. Ту же пробку банальную в рукоять поставлю получше, которая будет служить там на несколько лет дольше. Поэтому здесь, в общем-то, у Колмика вот такой чехол под эту Киру. Прозрачный, ну не пфу, не прозрачный, максимально такой матерчатый чехол. Он плотный, да. Не знаю даже на что он напоминает из себя, но, в общем-то, только для транспортировки, я бы так сказал. То есть подарить в нем удилище, ну, это не камильфо, конечно. Ну, только для того, чтобы доехать до магазина. Ну, наверное, они так считали, производители, поэтому пошили такой вот чехольчик. Ну, вот что есть, то есть, да, он промокаемый. Вот, но зато быстро сохнущий. То есть, если посмотреть эту ткань на свет, то она достаточно прозрачненькая, ну, относительно прозрачненькая, она быстро высыхает, она пропускает воздух, да, и, соответственно, сохнуть будет быстрее и лучше. Поэтому не забывайте, пожалуйста, важную еще информацию скажу, не забывайте подписываться на социальные сети магазина. Почему? Потому что только покупатели наши, кто у нас купил, и подписчики на социальные сети,
магазина Мультифиш, это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Рутьюб, Рутьюб канал, Ютьюб, Рутьюб канал, Телеграм, имеют право и могут получить бесплатно две запчасти в год в период проведения акции. Об этих акциях я буду анонсировать только в социальных сетях и нигде иначе. Если человек приобрел у нас, но он не подписан ни на что, извините, мы откажем. Соответственно, все запчасти также не сможем отдать людям, кто купил не у нас удилище, даже за деньги. Поэтому сейчас большие проблемы с поставками запасных частей. Но мы берем на себя эти обязательства. В крайнем случае, если там какой-то процент небольшой совсем у нас не окажется запчасти, мы сделаем либо альтернативу бесплатную подберем, либо бесплатно сделаем ремонт с пожизненной гарантией на весь срок службы удилища. Никто такого вот не предоставляет таких преференций, поэтому имейте это в виду, заказывайте, ссылка на эти удилища, чтобы их купить, будет под описанием, под видео, в описании под видео. Заходите, нажимайте, заказывайте на магазине Мультифиш, и всего вам доброго и до новых встреч.